Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Кочерин, и я рад приветствовать вас в нашей очередной презентации «Ваш бизнес в интернете». У всех у нас есть общие финансовые цели. Это быть свободным от долгов, иметь достаточно денег, чтобы выжить в течение года. А также при возможности создать долгосрочное финансовое благополучие для нас и для нашей семьи. В результате чего получать полноценное удовольствие от жизни. Человек рожден быть счастливым. И это факт. Хочу представить вам бизнес онлайн под ключ Shopping Sherlock. Shopping Sherlock работает в интернет и аффилиатном маркетинге индустрии и в индустрии прямых продаж и сетевого маркетинга. Комбинация этих двух индустрий позволяет получать серьезные доходы, не выходя из дома. Почему интернет? Интернет, вы все прекрасно знаете, что сейчас миллиардные состояния создаются там, что интернет бумирует, что все деньги сейчас там. Более 88% пользователей используют интернет для поиска и сравнения цен. Для сравнения, покупки в сети в 2013 году по предикции достигнут 1 триллиона долларов. Игры в интернете и мобильные игры 74 миллиарда долларов в 2012 году и 115 миллиардов долларов в 2015 году. Реклама в сети превышает уже более 500 миллиардов долларов при покупка в сети около 200 миллиардов. То есть это рынок, который перспективный, рынок, в который стоит вкладываться из точки зрения рекламы. Рынок мобильных аппликаций 15 миллиардов долларов в 2011 году и в 2014 году 58 миллиардов долларов. Рынок аппликаций – это то, что мы видим на наших мобильных, на наших экранах. Это маленькие программки, которые помогают нам быстрее ориентироваться в мире и быстрее находить то, что мы ищем. Какие же преимущества бизнеса в интернете? Продукт виртуален, то есть нет его ни производства, ни складирования, ни перевозки. Мгновенная доставка в любое место в мире. Это реальный международный бизнес из дома. Нет привязки к специфической индустрии, здоровью, туризму, пищевым добавкам и так далее. То есть нет конкретного физического товара. И практически каждый оснащен оборудованием для ведения бизнеса в интернете. Поговорим немножко об аффилиатном маркетинге. Что такое аффилиат или партнерский маркетинг? В партнерском маркетинге есть партнеры. Это человек, который производит различные инструменты маркетинга, чтобы привести клиентов, потребителей на сайт того или иного производителя товаров или услуг. В результате чего клиент приобретает товар и услугу, и производитель выплачивает по результату проценты аффилиатеру. Далее аффилиатер опять создает определенные продукты для того, чтобы осуществить поиск и заинтересовать клиента в сети, и это кольцо замыкается. В результате чего аффилиатер тратит очень много времени и знаний на то, чтобы создать эти инструменты и заработать существенные деньги. Наша компания предложила другой путь. Компания называется Best in Transforming Life Worldwide, что означает «лучшее вас». Изменим жизнь во всем мире. Это одна из ведущих аффилиатных компаний на рынке аппликаций с бесплатным продуктом. У нашей компании более 140 аффилиатных партнеров. Компания работает на рынке интернета в сегментах скидок, поиска, покупок, игр и рекламы. Наша интернет-технология, с которой работает компания, создана в 2007 году. Головной офис Санта-Моника, Калифорния, и генеральный директор Майкл Видер. Вы можете посмотреть в интернете, кто такой Майкл, но я вам расскажу немножко подробнее чуть позже. У компании глобальные интернациональные планы, и в результате технологии, которая есть у компании Best in You, уже работает в 11 странах мира. Также компания не чужда благотворительности и работает и помогает фондам по борьбе с раковыми заболеваниями. Немножко поговорим о генеральном директоре. На этом стоит остановиться. Генеральный директор, хозяин компании Марк Видер. Марк Видер – это один из пионеров интернета. По сути, это человек, который знает, что делать. Он начал интернет-маркетинг с 1994 года, практически тогда, когда начинали свою раскрутку и свою деятельность Google и другие интересные компании, которые мы прекрасно знаем сейчас. Этот человек имеет свое рекламное интернет-агентство, которое занимается очень интересная тема, он раскручивает франшизы с помощью интернета. Его клиенты включают и Microsoft, и Hotmail, Yahoo, MasterCard, Fox и так далее. Майкл
финансировал три сетевые компании, то есть вложил деньги в три сетевые компании, так же, как я уже говорил, это он генеральный директор и владелец нашей компании Best in You. Майкл также основатель журнала The Fundraising Journal для помощи тем, кто занимается сбором средств на благотворительность. Ну и небольшая справка, что в 92 году он основал Inner City Games Explosion, где работал вместе с Арнольдом Шварценеггером для помощи детям с улицы. Как что же предложила Best in You? Best in You предложила продукт под названием Shopping Sherlock, который и дистрибьюторы используют, то есть они, Best in You создал этот продукт и систему, и дало в пользу дистрибьюторам. Дистрибьюторы дарят эту систему клиентам, клиенты ее используют, через нее заходят на веб-сайты производителя, в результате чего производители выплачивают определенную сумму по проценту отчислений в компанию, и компания выплачивает дистрибьюторам. То есть не надо дистрибьюторам создавать дорогостоящие системы поиска, не надо тратить время на выяснение, как же это все работает в интернете, что же делать. То есть это экономит существенно время и деньги, и также позволяет дистрибьюторам зарабатывать серьезные суммы денег. Поговорим немножко об инструменте. Что такое Shopping Sherlock как инструмент? Shopping Sherlock как инструмент работает на рынке поиска и сравнения. Shopping Sherlock – это бесплатная аппликация. Она осуществляет моментальный поиск и шопинг в интернете, дает доступ к играм онлайн, безопасно и запатентованно, существенно экономит время и деньги и гарантированно появляется поверху Google, Yahoo, Bing. У компании более 300 миллионов плюс продуктов, то есть то, что есть в интернете, она осуществляет поиск среди вот этих наименований, которые существуют на разных сайтах наших партнеров. Компания ориентируется в море более чем 250 тысяч поставщиков, и также ваша реклама гарантированно размещается на первых страницах Google, Yahoo и Bing. При использовании этой программы средняя семья экономит до 300 долларов в месяц. Как же она выглядит? Вы посмотрите Google. Если вы имеете эту программу установленную на вашем компьютере, то она появляется в форме такой лупы с правой стороны в нижнем углу кепочки Шерлока Холмса с надписью «Sale», то есть продажа, распродажа на кепочке. Далее, когда вы наводите стрелку на эту лупу, то вы увидите, что возникает облачко, в котором есть, в данном случае, это Америка, Shop Canada, надо Shop USA, Travel USA. То есть это вы ориентируетесь в мире покупок в Канаде или в Штатах, и также в мире путешествий, то есть там, где можно найти скидки на путешествия. Вот посмотрите небольшое сравнение по миру. Вот слева в левом верхнем углу вы видите на стиральной машине в Англии сохранили 20%, спасли 20%, то есть 60 фунтов. На правом верхнем углу это Америка 69%. В левом нижнем углу Германия 31%. В правом нижнем углу Австралия 26%. Это то, что наши партнеры искали в своих странах и реально нашли такие скидки. Скидки могут быть, как вы видите, от 20 до 65, а то и больше процентов. Потому что в мире интернета очень много возможностей поиска. Только мы не можем их всех раскопать, а Shopping Sherlock помогает это делать. Рассмотрим теперь Shopping Sherlock как бизнес-систему. То есть мы понимаем, что да, Shopping Sherlock как инструмент прекрасно работает, помогает нам экономить время и деньги, причем процесс поиска занимает обычно от 1 до 2 минут, максимум 3 минуты. По статистике 2 минуты, по-моему, 50 секунд, что-то в этом духе. И теперь посмотрим, что такое Shopping Sherlock как бизнес-система. Бизнес-система Shopping Sherlock включает в себя бесплатную аппликацию Shopping Sherlock, которая, как я уже говорил, помогает осуществлять моментальные поиски и покупки онлайн, также дает доступ к играм онлайн и к рекламе онлайн. Также вам дается дистрибьюторская лицензия на право бесплатной раздачи подарков этой аппликации. Также виртуальный офис, инструменты онлайн-маркетинга, поддержка со стороны компании и лидеров, инструменты для рекламы бизнеса в интернете, и также у нас есть социальная сеть S2Rocket с видеоинструментами. Вот так она выглядит, социальная сеть S2Rocket. У нас есть видеочат, то есть практически видеоконференция, место для загрузки файлов, музыки, видео и так далее, своего рода Facebook, но гораздо-гораздо проще. Это у нас все входит в эту бизнес-систему. Соответственно, на каждый бизнес требуются расходы. Какие же расходы у нас? Расходом является $249 стоимость интернет-бизнеса, то есть самой системы
стоимость $249. Также мы платим $34.95 за административные расходы, начиная со второго месяца после начала бизнеса. Соответственно, при каждых расходах есть, существуют и доходы. Какие доходы мы получаем? Первый вид доходов – это аффилиатный доход, и второй – это доходы от команды. Есть личные аффилиатные доходы. То есть, когда вы дарите своего Шерлока другим людям, и люди его используют, вы получаете комиссию от использования Шерлока за купоны, покупки и за поиск, за клики так называемые. Плюс аффилиатный доход от игр и Шерлок Шоппинг, Шерлок Дейли Дилс, которые очень скоро будут, буквально на этой неделе, очевидно, мы получим этот сайт долгожданный. Сайт о том, что вы знаете прекрасно Google, очевидно, Living Social, CatchBit, знает, и другие, там, купи купон. Эта система такая, что каждый этот сайт рекламирует по отдельности своих партнеров и получает за это какие-то деньги, предоставляя потребителям скидки. У нас в нашем этом так называемом aggregated сайт, то есть сайт, который сборный, у нас будут все эти ведущие компании, и мы будем получать оттуда 5% с продаж. То есть это очень интересно, но об этом тоже можно поговорить отдельно, потому что это тема для отдельного разговора. То есть практически вы дарите аппликацию и зарабатываете, помогая другим экономить. Также вы имеете комиссию от личных продаж. Что такое комиссия от личных продаж? Продав две системы за $249 каждая, вы получаете сразу $100. То есть две системы продано, $100 получили. Также вы можете рекламировать или свой бизнес, или бизнес партнеров на этой аппликации и тоже зарабатывать на этом, или приводить больше клиентов в ваш собственный бизнес. Доходы от построения команды. Это командные аффилиатные бонусы и командные бонусы. Естественно, если вы работаете один, вам потребуется очень много времени, чтобы раздать много Шерлоков и много этих аппликаций. И, соответственно, здесь вам может помочь для увеличения, для максимизации вашего дохода, вам может помочь индустрия прямых продаж и сетевого маркетинга, которая сейчас набирает оборот, и уже оборот в мире составляет более $120 миллиардов в год. Что интересно в этой индустрии? То, что есть неограниченный потенциал дохода, плюс малые инвестиции, накладные расходы, помощь со стороны компании и спонсора, работа из дома частично или полностью, работа в одной стране или интернационально, и плюс вы хозяин своего собственного бизнеса, не выходя из дома. Это очень-очень важно. Какие же у нас есть доходы от команды? Вы строите команду, допустим, 100 человек, каждый раздал по 50 джинни, каждый получил по 50 шерлоков, каждый получил по, допустим, $50. Нетрудно посчитать, умножить, допустим, 100 на 50, 50 тысяч, и взять 20%, это 1000 вы получили от аффилиатных доходов лично приглашенных. То есть вы имеете 20% бонус от аффилиатных доходов лично приглашенных. Плюс лидерский бонус от игр. У нас есть и командные бонусы. Это так называемая система, бинарная система, система левой и правой команды. У вас есть левая команда, есть правая команда. При продаже систем в левой команде, две продажи с левой стороны и две продажи с правой стороны системы, то есть два человека слева купили два бизнеса и два человека справа купили бизнесы, вы получаете один цикл $50. Если вы продали слева 50 систем и справа 50 систем, то нетрудно посчитать, это 25 циклов, 50 делить на 2, 25, умножить на 50, это $1250. Всего с продажи 50 систем слева и 50 систем справа. Это не обязательно будет ваши личные продажи, это могут быть продажи и ваших партнеров, и ваших верхнестоящих партнеров, и ваших нижестоящих партнеров. Командные ежемесячные бонусы, также входит комиссия от ежемесячных оплат. Это комиссия $10. Если у нас проходит две комиссии слева, две комиссии справа, мы, соответственно, получаем $10. Допустим, 50 оплат слева, 50 оплат справа, 25 циклов умножить на 10, $250. Очень-очень просто. Также у нас есть карьера, это 4 ступени. Дистрибьютор, Power Distributor, Global Power Distributor и данный Global Power Distributor. В общем,
Условием для получения доходов является активность дистрибьюторов и наличие установленных персональных аппликаций. Дистрибьютор имеет ограничение на до 2000 долларов в неделю от командных комиссий, плюс неограниченные аффилиатные доходы, и плюс, если дистрибьютор выходит на определенный уровень, он может зарабатывать до 10 тысяч долларов в неделю. Это уже так называемый золотой дистрибьютор. Извините, это следующий, ПАО-дистрибьютор. Значит, следующим этапом, вторая ступень, это ПАО-дистрибьютор. ПАО-дистрибьютор – это тот человек, в команде которого есть 12 активных дистрибьюторов, 4 из которых лично приглашен. Его доходы могут варьироваться от 3 до 10 тысяч долларов в неделю от командной комиссии, плюс неограниченные аффилиатные доходы. И это только начало. Вы сами посмотрите, что такое ПАО-дистрибьютор. Это команда из 12 человек. Уровень доходов, который могут быть в этой ситуации, от 3 до 10 тысяч долларов. У нас был случай, и человек даже на уровне дистрибьютора получал 3 тысячи долларов в неделю, причем 1000 перетекала на следующую неделю. Такая ситуация есть. Это так иногда складывается. Человек не имеет большой команды, но имеет 2 личных приглашенных, один слева, один справа. И такой уровень дохода был достигнут простым дистрибьютором. Правда, она очень быстро стала потом следующим этапом, о котором будем говорить. Это Global Power Distributor. Что такое Global Power Distributor? Это дистрибьютор, у которого 12 активных Power дистрибьюторов в двух командах, и из них 4 личных. Доходы могут быть до 20 тысяч долларов в неделю от командной комиссии и плюс 20% бонус от командных доходов на всю глубину структуры. То есть 20% от дохода всей вашей структуры, от командных доходов всей вашей структуры идет вам в доход. Сами подумайте, никаких ограничений на уровне 5, 6, 7, 10 на всю глубину структуры. Плюс аффилиатные доходы, плюс Global Bonus Pool. Diamond Global Power Distributor. Diamond Global Power Distributor – это дистрибьютор, у которого 16 активных Global Power дистрибьюторов в 8 личных командах. Тут та же ситуация по ограничениям до 20 тысяч в неделю от командных комиссий. Плюс Diamond Global Power Distributor имеет 30 уже процентов и 10% от командных доходов на всю глубину структуры. Плюс аффилиатные доходы, плюс Diamond Bonus Pool, в котором он имеет одну долю в 1% пуле от всех доходов компании. Плюс акции компании. Дополнительные бонусы за ранг. Дополнительные бонусы за ранги, если дистрибьютор достиг статуса ПАО-дистрибьютора за 15 дней, то он получает 200 долларов, 50 долларов получает ближайший к нему ПАО-дистрибьютор в его структуре, в его команде, и 20 долларов получает Diamond Global ПАО-дистрибьютор. То есть каждый ПАО-дистрибьютор за 15 дней получает 200, 50 идет вверх и 20 идет вверх. Global ПАО-дистрибьютор, если человек выполнит этот статус ранг за 180 дней, то он получает 2000 долларов, потом 500 идет ближайшему к нему Global Power Distributor, 200 ближайшему Diamond Global Power Distributor. И самое интересное и самое хорошее, что эти бонусы повторяющиеся. То есть вы, будучи на любом статусе, можете сделать любой из этих бонусов и получить эти бонусы без всяких проблем. У нас есть случаи, когда люди закрывали в течение недели 2 раза статус Power Distributor. То есть в течение недели люди получили 200 долларов. На примере ПАО-дистрибьютора мы покажем, какой потенциал дохода. Значит, ПАО-дистрибьютор сделал 4 продажи, 4 на 2 это 2, 2 умножить на 100 это 200 долларов, 3 цикла по 50, потому что команда 12, 6 слева, 6 справа, это 150, и если он сделал ПАО-дистрибьютора за 15 дней, то он получил 200 долларов. Итого 550 долларов за 15 дней или меньше. То есть у нас есть даже в случае, когда становились ПАО-дистрибьюторы в течение одного дня. Это реально. Естественно, возникает вопрос, а правильно ли время? Какая-то компания огромная, большая, небольшая, сколько она прожила на рынке и так далее. Компания только началась буквально, и мы находимся на первом этапе, где создается 70% состояния. То есть мы практически только-только начали. Если вы внимательно следите за тем, что происходит в интернете, и если вы не решите присоединиться к нашему бизнесу сегодня, сейчас, пожалуйста, следите за той информацией, которая будет поступать в ближайшее время о шопинг-шерлоке в интернете. Вы будете удивлены, как
этот бизнес, как это имя и как та информация, которая связана с ним, будет расти. Уж не забывайте, что Майкл Видер, он знает этот бизнес, он знает эту ситуацию, он знает ту тусовку, которая есть в этом направлении. Мы немножко поговорим о лидерах. Нашим лидером является мистер Саймон Брукс. Это тоже очень интересный человек. Это человек, который 25 лет в сетевом маркетинге. Его крупнейшая команда и компания, в которой он работал, там он сделал команду 158 тысяч человек, заработал более 10 миллионов долларов, потому что он следовал проверенной системе. И следуя этой системе, он помог многим стать миллионерами. Но возникает вопрос, если все нравится, с чего начать? Прежде всего, стать независимым дистрибьютором компании ShoppingShare. Для этого приобретите бизнес-систему за $249, активируйте оплату на административные расходы и подключитесь к трехшаговой системе построения бизнеса. Что это за система? Это очень простая система, работа из дома. Первый шаг – это 7-минутный звонок, и это есть запись. Есть она на русском, на английском, скоро появится на других языках мира. Просто объясняющий принцип, о чем идет речь, о чем пойдет бизнес. Второй шаг – приглашайте на онлайн-вебинар. Первый шаг занимает 7 минут, второй шаг занимает 25 максимум минут, итого 32 минуты. 32 минуты на ознакомление с бизнесом, который может изменить всю жизнь. Третьим шагом является знакомство со спонсором и ответы на вопросы, что очень важно. Потому что если вы только вступили в бизнес, и даже если вы не только вступили в бизнес, вы всегда должны показать своим людям, что есть те, кто, если с вами что-то случится, если вдруг случайно вы заболеете или куда-то уедете, у вас всегда есть с кем поговорить, у вас всегда есть тот, кто вас поддержит. Это система трех шагов. Шоппинг Шерлок – это бизнес для каждого. Если человек имеет возможность, для пользы аппликации, предварительно проверя ее, и о возможности получения дополнительных доходов. Все достаточно просто, рассказывать об аппликации и рассказывать о возможности получения дохода. Если вы это можете, добро пожаловать к нам. Итак, выбор за вами. Если вам понравилась эта презентация, если понравилось то, что вы на ней видели, то обратитесь к тому человеку, который пригласил вас на эту презентацию, и он вам установит программу, вы посмотрите, как она работает, убедитесь для себя, что она реально экономит время и деньги. И далее он ознакомит вас с нюансами по бизнесу. И если вы примете решение, то добро пожаловать в нашу команду. Меня зовут Сергей Кочерин. Я Global Power Distributor компании Best in You. На этом наша презентация считается закрытым. Всего доброго. До свидания.